Не ори. Да, я объясню. Нет. Нет, нет. Нет. Шел вон. Я был... Нет, а... ты один из самых кошмарных людей, которых я только... Нет, знаешь, что ты самый кошмарный человек из всех, кого я встречала. Ты отменил наш ужин ради встречи с моей больной пациенткой. Пойми, это значит, что ты сам ненормальный. Как воткнуть тебе в одно место? Жень, перестань уже. Я все это делал ради пьесы. Пьеса? Да мне... На твою пьесу. Идиотскую пьеску и плевать на тебя. А ну, убирайся! О, Алло? Как ты смеешь отвечать на свой телефон в моем офисе? Да что ты, это прекрасно! Я так рад за тебя! Ну вот он, рад! Я не понимаю. Со мной у тебя депрессия. Почему? Почему это? Кто это? Не могу говорить, перезвони мне.